Средний суток вам, дорогі друзі, починаючі гітаристи всі. Мене звати Дмитрий Мішин, і ми знаходимося з вами в місті Калінграді, на вулиці Генерала Озерова, 20. І це називається Калінградський музикальний хобі-клуб. Тобто ми рахуємо і ми працюємо для тих людей, які хочуть мати якесь високе таке музикальне образування. Ми працюємо для тих людей, які, ну, звичайні люди, які вчаться, працюють, живуть, но хотят иметь музыку как свое хобби, хотят иметь увлечение, интерес, который помогает и делает лучше эту жизнь. Ну а сегодня мы разбираем тоже совсем обычную песню. Это детская песня, на самом деле многие из нас работают с детьми, у кого-то есть уже свои маленькие дети, а кто-то сам еще совсем маленький, у кого-то есть братики, сестрички и так далее. Поэтому многим из вас пригодится эта песня. Одна из моих любимых детских песен – песня «Добрый жук», про доброго жука. Там всего лишь 4 аккорда. Любой из вас, даже тот, кто держит гитару 2 недели, вы легко сможете разобрать и сыграть эту песню. Давайте будем приступать и работать над этой песней. Песня в медленном темпе выглядит так. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый добрый жук. Никогда он не кричал, не ворчал, не пищал, громко крыльями трещал, строго ссоры запрещал. Итак, у нас две части. Две части. Первая часть построена на двух аккордах, это С и Г. Поставьте, пожалуйста, аккорд С. Вторая на первом, четвертая на втором, пятая на третьем. Позаботьтесь о том, чтобы ваши пальцы прижали струны как следует, и с другой стороны, чтобы они не коснулись струн, которые находятся снизу. Поставьте в такое вот положение правую руку, при котором большой палец будет прямой, и остальные пальцы будут чуть-чуть согнуты. Рисунок правой руки у нас будет такой: бас и тремя пальцами указательным, средним, безымянным и МА щипок. Итак, аккорд С мы играем 5, 4, аккорд Г7, теперь 6 на третьем, 5 на втором, 1 на первом. Здесь мы играем 6, 5, еще раз повторяем Г7. Снова С. И теперь эту же последовательность повторяем еще раз. Закончилась первая часть. Во второй части нам нужен уже аккорд D7. Вторая струна на первом ладу, третья и первая на втором. В басу четвертая и пятая. Сыграли D7, G. Повторили это еще. D7, G. Опять D7, G. В аккорде G мы прижимаем пятую на втором, шестую и первую на третьем. Затем еще раз D7. И теперь мы G проводим раз, и G7 проводим два. И снова возвращаемся в предыдущую часть. Ну, что можно сказать? Что, возможно, эта песня будет кому-то не очень удобна для пения. Ее можно спеть в другой тональности. Например, в тональности соль мажор, Г. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг. Видите, все аккорды? Встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый добрый жук. Да, то есть, видите, мелодия звучит ниже, но получается, что это уже я показываю второй вариант песни, да? Вот. И теперь, смотрите, вторая часть будет на аккордах А7, четвертая и вторая струна на втором ладу. И Д. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал, громко крыльями трещал, строго ссоры запрещал. И снова переходим к первой части.
Итак, мы познакомились с песней «Добрый жук» в двух вариантах. Первый вариант мы начали играть от аккорда С, и второй вариант от аккорда Г. Первый вариант звучит достаточно высоко, и человек, который, ну, скажем так, имеет средние вокальные способности, ему будет тяжеловато спеть эту песню. А вот второй вариант от аккорда Г, он будет достаточно простым. Поэтому выберите себе удобный вариант. Еще раз проиграю вариант второй, это Г, D7, D7, Г, Г, D7, D7, Г, потом D, D, третья и первая на втором, вторая на третьем, А7, Д, А7, Д, А7, Д, А7, Д, D7. Ну и первый вариант, это тот вариант, с которого я начал. Надеюсь, что все было понятно. Я буду очень рад, если этот разбор вам помог, понравился. Я буду очень рад услышать ваши отзывы об этом видеоуроке. И также хочу пригласить всех вас на наш сайт hobbymusic.ru, где вы найдете все, абсолютно все мои бесплатные, доступные, вообще доступные видеоуроки. И также вы имеете возможность там заказать разбор песни, которые нравятся вам, которые вы хотите сыграть. И также узнать все наши контактные данные, то есть информацию, где мы находимся в Калининграде, если вы, конечно, сами отсюда. И если вы не из Калининграда, вы можете также узнать, как вы можете заниматься со мной, например, через Skype, то есть дистанционно. Ну, что ж, большое спасибо всем за внимание. Если что-то хотите сделать хорошее, не откладывайте это на завтра, делайте это сегодня. Всем удачи, до свидания, всего самого-самого лучшего.